я вот, ну, вкус думали, типа, так такой был бы. Я, знаете, бы что, я сказал бы, вот у нас техника большая сейчас вообще, электроника пошла, все, так далее и тому подобное. Мы до такой степени все ожиревшие, да, ожирели просто-напросто. Сейчас вот техника, она зерно сколько собирает, и каждый старается побольше засеять, побольше взять, побольше как бы продать. И все это, вот сейчас супермаркеты такие здоровые это все делают. И все это туда, в супермаркеты. А вы не глядели никогда по мулям? Это тоннами потом, это все, вся масса тоннами выкидывается в мульнях. Вы представляете? Колбаса, картошка, да всего хоть. Все там тоннами выкидывается. Так а что тогда выходит-то? К чему это вот, возьмите, даже вы зайдете в магазин, берите понемножку продуктов, она все равно испортится на. Взял, не торопитесь сейчас, никакой войны не будет, ничего не будет на. Экономно живите на. Да вам хватит на все, и у вас денег будет на вал. И все. А куда запасать? Зачем этот полный холодильник? На? Сейчас холодильники в супермаркетах, да там уже все нарезано, берись. Там, короче, позавтракал и пообедал, и там еще, на. Сейчас все готово. Не надо набирать ничего, все, на. Вот. Ну, правда, если есть у кого там огородики, короче, ну да, у них своя система там. А вот в городе кто? У нас надо экономить, экономить. У нас же это все затрачивается. Вот так.